Медики со всей области выяснили, кто лучший на футбольном поле. Необычный турнир собрал 19 команд. На один день белые халаты сменили на спортивную форму и забивали не на работу, а в ворота соперников. Сборные лечебных учреждений за победу сражались с профессиональным азартом, хоть матчи и дружеские. Наблюдала за всем этим наша съемочная группа. Глядя на то, как задорно футболисты гоняют мяч, и не подумаешь, что это врачи, которые решили на время снять белые халаты. На поле Ильдар Камеев, уже не тракальный хирург, а капитан, признается, и здесь не имеет права на ошибку. Воспринимает этот матч в первую очередь как возможность общения и уверен в победе. Мы выиграем этот турнир. Для нас это возможность каким-то образом собрать вокруг себя наших друзей, коллег. Несмотря на то, что турнир товарищеский, врачи не жалеют своих сил. Нешуточные футбольные страсти разгорелись среди 19 команд. Быть здоровым – это очень важно. Если врачи своим вот личным примером покажут, что они тоже могут заниматься, пусть не на таком профессиональном уровне, но футбол – это массовый спорт для молодых людей, для наших сыновей, для наших детей, которые смотрят эти мероприятия. Поэтому это очень важно, чтобы мы своим примером показали, как это интересно и здорово. Всегда полезно организовать свой маленький мундиаль среди медицинских работников, доставить людям радость и позволить им, в общем-то, получить заслуженные награды за победу. В поединке за титул сильнейших победила команда областной больницы Калинина. Серебро у противотуберкулезного диспансера, а бронза досталась Безенчукской ЦРБ. Впереди у медиков освоение новых видов спорта. Следующий турнир проведут уже по волейболу. Татьяна Пудова, Сергей Костин, Новости губернии.